тоже плохо. Черненькие? Да. Только не по коже. Только не по коже. Ну как это? Смотри, какое сочетание. Кофе с молоком. Кофе с молоком. Немного капучино, но... Что скажешь насчет трека с Лободой? Да я делаю трек. Я доделаю, делаю трек. Не знаю, как доделаю и как вообще, если получится у нее по времени, у меня по времени. Потому что как бы мы запланировали, а реализовать это вот другой вопрос. Поэтому ничего не буду говорить. Мной поинтересовалась. Точнее, ее ребенок, точнее. Ты эскорты слуги, если честно. А ты был рад, что она тобой поинтересовалась? Ну ты же понял меня, да. Ну как? Ну, у меня не было такого, что прям такого не было. Просто подумал, что было бы неплохо сделать трек. Мне нравится она как артистка, потому что она такая манерная женщина. Таких мало. И я ценю в женщинах на самом деле настоящую неподдельную женственную страсть такую. Знаешь, взрослую, а не щегло. Ну, как это сказать? Вот есть девочки-куклы, а есть настоящие женщины. Вот в свете это есть.